Стихотворение «Алтайская принцесса». В республике Алтай взошла луна, в музее гробовая тишина, а за стеклом лежит она, принцесса гор, лесов, полей, не дремлет этой ночью лишь она. Луна взошла, кровавая, большая тишина, и покатилась по щеке ее слеза, и вспомнились ей горы, перевалы, долгая война, плато Укок и обещание мужа рядом быть всегда. 2500 лет лежала на Укоке я во льду, я наслаждалась тишиной, зимой я слушала пургу, и шелест ветра слух мой нежно так ласкал, и крик влюбленных журавлей весной мне силы придавал. Когда весной текли ручьи, в меня вселялась доброта. Свое тепло я отдавал этим землям долгие года, и мимо проходили путники всегда. Я им желала счастья и добра. Но так кончилась прекрасная пора. Прошли те 25 веков вчера, и стук лопат встревожил вдруг меня. Меня везут в Новосибирск, прощайте горы навсегда. Облито тело кипятком из чайника, вот мой тебе рассказ. Представить этого я не могла, в могилу в окружении родных ложась. И академики, те мудрецы еще, все рыскают вокруг меня, чего-то ждут. О, Эрлик милый, за что наказана я? Не сочти за труд, ты расскажи мне, что же за проклятие, в чем виновна я? За что мне пухом вдруг не стала милая земля? Зачем мне этот люд и этот гул, и толпы рыщущих по телу глаз? Вдруг ветер на Алтай резко так задул. Пошел вдруг дождь, разверзлись небеса, и задрожала на Алтае вдруг земля. И Эрлик тихо так к стеклу вдруг подошел. Прошел он сквозь стекло и обнял ту принцессу. Звала меня ты, дочь моя, вот я пришел. И молвил Эрлик, вот тебе, принцесса, мой ответ. Ты пролежала на Укоке много лет, ты покорила весь научный люд. Пришла твоя пора, ты знаменита, не сочти за труд. Еще немного, милая моя, побудешь не в земле. Прославишь время скифов, полежишь немного в этом гробе хрустале. Пройдут года, увидишь ты Укок, и крики журавлей, и зимние стужи, холодок. И содрогнулась вдруг опять земля, и на Алтае затрещали здания, народу не до сна, а утром снова был открыт для посетителей музей. И за стеклом лежала та принцесса, легкая улыбка исказила лик ее святых мощей. Автор стихотворения Максим Федин. Стихотворение читал Максим Федин. Моя миссия состоит в том, чтобы в 21 веке сделать стихи живыми и интересными. Всем спасибо за внимание.